Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need. Йо-йо-йо, с вами Стаффи, и сегодня я буду играть в Wine World. Да, я вам давно не снимал разных видосиков и решил снять Wine World. Да, сегодня мы будем играть в Skywars. Попробуем потащить, понубить, да. Играю я с шейдерами. Так уж, может немножко подлагивать. Если чё... Просто напишите в комментариях, не играй шейдерами. Я их отключу, и может FPS поднимется. Да, сейчас... Блин, FPS не видно. И... Ну окей. Подождите. Так. Вот так вот сделаю, так. Все готово. Так, теперь я вижу FPS. FPS 14. Очень мало, да. Ну, окей, давайте попробуем поиграть с шейдерами, потом, если что, я их отключу. Давайте навигатор и заходим в Skywars Solo. Так, давайте идем сюда. Будем немножко нубить. Так, у меня на этом аккаунте куплен такой питомец Эндермен и ушки. Да, еще несколько масок. Коинов у меня 17 050. Так, давайте. Черт. Вообще идеально. Так, забираем вот это. Так, все, бежим. Так, я вроде бы. Да, вот здесь вот еще сундучок. Так, где еще третий сундук? Он вроде бы... Ай, да пофиг, без сундука. Так. Так, самое главное не нубить, потому что меня иногда сталкивают. Когда я строюсь. Как бы так и надо. Так, погнали. Так, там я видел... О, пацанчик. Я его не солью. Да. У него броня лучше и меч. Это без... О, у меня какая броня была, у него лучше. Это был... Выиграли. Ясно. Так. Очень плохо. Наверное, я лучше отключу шейдеры. Да. Так, давайте опять Skywars Solo и опять. Когда игра вернусь я через раз, два, три, только когда у нас начнется игра. Итак, ребят, вот у меня уже началась катка, и пока я не снимал, у меня даже было 100 FPS. О, прикольно. Поменяю, потому что на первом слоте пусть будет меч. Так. А, я думаю, это стурки. Так, вот еще один сундучок. Так, забираем гэппл. Так, минус пацан. Слился, как нуб. Так, давайте. Строимся. Так, мы в каком-то сауне или что это? Так, надо аккуратно, ребят. Так, броня у меня, ну, нормальная, можно сказать. Вот, получше, чем у того пацана. Блин, откуда? А, с того острова, блин. Короче, опять неудача, опять поражение. Вот черт. Как-то у нас плохо получается. Да. Может нам открыть сокровищницу?
Хотя не, не будем открывать. Давайте опять Skywars. Сюда зайдем. Так. Окей, останавливать видео пока не буду, потому что и так уже скоро начнется катка. Мы должны затащить. Да. Может, сегодня выйдет еще одно видео, но это смотря как. Я чуть не упал. Еще две катки, наверное, и все. Потому что я хочу еще снять второе видео с моим другом, да. Он тоже ютубер. Ссылку оставлю на его канал в описании. Где еще? Там что ли нет? Не знаю, где сундук. Окей, пофиг. Без сундука. Чак. Давай, давай быстрее. Так, все. Нет. Нет. О, нет, 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 ребят. Почему у меня всегда такой... Ой. Всегда такой плохой меч попытается. Хотя я ему нормально хп снес. 6.3. Нормально. Окей. Давайте опять попробуем. Пока у нас только неудача. Давайте хотя бы в этой последней катке мы должны затащить. Давайте. Ой, чуть не упал. Окей, давайте идем сюда. Всегда забываю, где сундуки. На этой карте. Надо запомнить. Вроде все. Да, нормально. Уже приоделись. Третий сундук. А это без третьего нормально будет. Я так думаю. Да черт! Ненавижу яйца. Окей, как-то у нас на Skywars плоховато. Давайте зайдем в другую мини-игру и попробуем. Другую. Давайте сыграем в блок-пати. Да. Попробуем в блок-пати. Ну, так, куда пойти? Пойти на седьмую давайте. Так, пока я сделаю настройки, к настройке графики и сделаем ярко, чтобы... Ну, FPS понизится, ну, чтобы мы выиграли, да, вот в блок пати я могу выиграть. Я коплю себе на крылья, потому что хочу крылья. Так, сейчас какой-нибудь надблок, да, все тот. Один пацан упал, он соскользнул, как я видел. Так, все, вот здесь стоим. Вы слышали, ребят? Я чуть не упал. Вообще. Так, FPS. Нормально. 64 FPS. Вообще прикольно. На видео. 55. Нормально. Где зеленый? Нет, есть. 64 FPS. Ну, нормально. Мне, если что, вам не показывается, мне еще показывается в углу там 70, 80 FPS, 90. Нормально. Нет, где он? Что? Я победил, как? Все умерли, но я упал самый последний. Офигеть, ребят, я думал, что нет. Ой, не туда нажал. Офигеть. Первая победа в блок-пати. Да. Ой, не первая, то есть на видео. Да. Давайте опять. Я случайно вышел. Помонтирую немножко это видео. Может, обрежу. Наши неудачи. Хотя нет. Ну, Skywars, то есть... Хотя нет, пусть не буду вырезать Skywars.
Блин, я уже представляю, как это видео долго будет монтироваться. Но видео будет короткое, потому что, как вы знаете, я хочу вам, для вас снять еще одно видео. Еще две катки и все. Вот в этой. В блокпате. Нет! Вот этот цвет правильный. О-о-о! Вы серьезно упали? Ну ничего, тут игроков много, очень много. Еще. Дунс. Что? Так, давайте, ребят. Зелененький. Да, это тот цвет. Так. Давай. Этот. Нет, это не тот. Ничья, все умерли. И у нас первая ничья. Давайте опять попробуем. У нас должно получиться. Так. Давайте так. А, я не зашел. Вот сюда. Есть, я зашел. Я думал, я зашел, а оказывается, я не зашел. Так. Так, это еще осталось у нас эта карточка и еще одна, и все. Следующее видео будет с моим другом. Да, да, да. Так, где оранжевый? Да, тот цвет. Поднялся к солнцу, сгорел. Как так-то? Так, давайте. Так, надо еще ссылку не забыть на канал скинуть вам. На моего друга. Еще ссылки на мою группу ВК. Да, подписывайтесь на мою группу ВК. На жду всех. Там также выходят новые видео, которые вышли. И там еще выходят приколы. И написано, когда будет стрим. Чтобы вы всегда успели прийти на мой стрим. Черт! Я перепрыгнул. Окей, давайте еще последняя карточка. Одна победа у нас, один проигрыш и одна ничья. Пока нормально. Давайте, нам совсем надо немножечко, и мы... У нас будет две победы. Да, две победы. Надо... Так, тут... Да, ну тут изи. Так. Давайте ждем. Да, вот, все. Надо двигаться, чтобы не сдохнуть. Также танцуем, танцуем, танцуем. Так, смотрим дальше, бежим. Нет! Я на пол дороги остановился. Один пацан упал. В живых у нас. Стой. Да, это тот цвет. А то я чуть не на тот цвет. Нет. Нет! Черт! Окей, давайте еще раз. Последнее. Мы должны выиграть. Так, ждем. Так. Да. Так, давайте мы... Нам совсем немножко осталось. Какой немножко? Как понять немножко? Ой, я чуть не упал. Окей. Какой цвет? Этот, да. Этот цвет. Давайте кто-нибудь... Нет. Давай, давай! Этот? Нет, этот? Нет! Как так? Окей, у нас одна победа и одна неудача. Да, ребят, наверное, на этом я буду заканчивать. С вами был Стаффи. Всем до свидания и всем пока. И до новых встреч.